Итак, друзья, сигнал. 29-20. Ну, прыгает. Прыгает. Сейчас. Ага. Так. Хорошо. Теперь моим X5. Комарьё кусает. Так, примите, коллега. Так, дай-ка с той стороны. Прошу вас. Пинцет. Огурец. О как. Чётенько. Причем опять же, смотрите. Оп, уже нету. А вот крышка от этой была, от консервной закатки, уже вот так ловила. Здесь сигнал пропадает. Но до 90 не дотягивает. Вот монета была та на 90. Здесь чуть поменьше. Опять же попробую сейчас пином. А что вот это вот вместо ВДИ прыгает? Да. Сложно сказать, удаленный. Может, глубину показывает. Глубину это вот на шкала прыгает. Вот он перестает прыгать, значит центр. 5 сантиметров? 5 дюймов? Ну, то есть как бы глубину я все-таки это... Там маленькая цель на глубине, она может... То есть большая на глубине и маленькая наверху, она может почти одинаково быть. Поэтому я не так, чтобы ориентируюсь на это. Но вот этот вот метод мне больше нравится. Вот то, что не ловит, то есть сигнал есть и сигнал нету. Чуть-чуть подняли катушку, значит что-то маленькое. То, что нам интересно. А уж думайте, что там. Я думаю, что маленькая медяшка. Вон она. Больше на пуговку похож, да? Стой. Оп-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Какие-то знаки какие-то. Знаки-то шаманские какие. Там вроде... Китайская, что ли? Какая-то, о! Китайская? Ну, вынимай. Шайтан-оглы какая-то. Легкая. Пуговка. Это пуговка советская, ну, с тремя дырочками. О. О. Кого-то здесь съели. Пиктограмма, все дела. А нет, две дырочки. Две дырочки. Такая вот пуговка. Фокус. О. Находка. Маленькая, кругленькая. Но это могла быть и монетой. То есть, в принципе, сигнал очень даже правильный. Да. Людоеды здесь жили. Людоеды. Люду съели. Алюминий, да? Алюминий, да. Алюминий. Алюминий. Ну ладно. Ну. Как бы, ну, довольно-таки крупная, и мой тоже увидел легко, с маленькой катушкой гораздо меньше, чем у Эквинокса. Но грунт тут легкий, да. В принципе, рассыпчатый, легкий. Эквиноксом показали, пальцем тыкнули, где надо, смотри. Да. Есть такое. Все, пока. Всем пока.